Доброго времени суток, зритель, и добро пожаловать на канал, где мы сейчас будем продолжать проходить Dark Souls номер 3. И немного о планах на текущую серию. Но, во-первых, я должен отметить, что видео пока на канале грузится снова в 720p, потому что у меня возникли небольшие технические проблемы, связанные с качеством интернета, то есть видео большого размера заливается, но очень уж долго у меня сейчас, более 6-7 часов это занимает на один ролик, и в результате уже наметилось некоторое отставание. Ну то есть я записываю сейчас серию, а ты еще предыдущую серию даже не успел как следует на канале прокомментировать и посмотреть. Соответственно, это отставание я хочу минимизировать, чтобы вернуться снова к прежнему режиму. То есть вышла серия, я почитал комментарии, записал следующую серию. Для этого, в общем-то, я решил немного ускорить время заливки, снизив качество до 720p. И вот после этой серии я сделаю небольшую паузу до того момента, пока все отснятые материалы не будут загружены уже на канал. А за время этой паузы я попвпшусь там на арене, которую мы обнаружили, и, соответственно, одна серия выйдет полностью посвященная именно различного рода PvP. Глядишь, и смогу что-то полезное тебе рассказать про PvP пироманта, ну, если сам, по крайней мере, это нащупаю, потому что пока что у меня все не сильно-то и ладится. Ну, а в этой серии мы что сделаем? Мы отправимся вниз, пока оставим Анор Лондона потом, рванем в подземелье под Иритилом. Сначала повышаю уровень. И у меня уже 60-й. В принципе, в общем-то, наверное, больше пока вот эти вот побочные скиллы трогать я не буду. Ловкость в перспективе до 20. Такой вот средненький кап для ускорения каста. И начинаем потихоньку интеллект и веру поднимать для того, чтобы максимизировать свой урон от огня. Ну и также один мой приятель, у которого снова заглючила винда, сообщил мне, что в том подземелье я смогу продвинуться по пути изучения пиромантии, а именно найти следующего учителя. Поэтому мне не терпится в это подземелье рвануть. А пока нужно отдать найденный пепел. Будем надеяться. Прошлый раз спектр товаров меня не сильно порадовал. Смотрим, что здесь есть. Да ладно, большой осколок титанита. Превосходно, можно заточить и пламя пиромантии, и все свои пушки. Великолепно. А вот душ, правда, на нет-то пока нету. Смотрим, что есть из оружия. Сушильный шест. Безбожно длинная катана. Потрясающе, необычно длинная. Клинок поразительной длины позволяет атаковать с большого расстояния, но отличается хрупкостью удержания. Займите стойку, чтобы выполнить обычную атаку, выпад с рубящим ударом или парировать сильную атаку. Ну, то есть, анимации все как у обычной катаны. Интересно, что еще есть? Шлем благосклонности, опоясанный доспех, великолепный армор из... Ну, шлем я хочу, из первого дарка. И восточный сет, очень здорово. Ну, что-нибудь еще, может быть? Нет, похоже, что дальше все. Ну что ж, есть куда потратить души теперь. Кольцо с древесным узором. Владельцы мечей с Востока следуют традиции нанесения особых слов на клинки своих мечей. Их, естественно, привлекают подобные кольца. Замедляет поломку снаряжения. Но раньше же оно еще и анимацию переката меняло. По-моему, это оно. Или это какое-то другое кольцо. Но в любом случае кольцо интересное. Хорошо. Мне не терпится рвануть дальше на поиски этого неведомого учителя, но можно и пиромантии спектр расширить.
Я думаю, что возьму прах ложа хаоса, но все-таки где-то, возможно, он может оказаться лучше, чем... Ладно, берем его. Дальше, если что, по ходу сориентируемся. И бежим. По-моему, нужен костер. Дальнее поместье. Мне настолько не терпится, зритель, попытаться найти этого неведомого учителя. Я хочу попробовать сделать это в рамках этой же серии, ну, чтобы переходя уже непосредственно к PvP за время этой паузы, к нарезочке, у меня были различные заклинания пиромантии, поэтому сейчас я хочу попробовать один финт. Ну, то есть я уже говорил ранее, что один из очень неплохих, на мой взгляд, способов прохождения игры. А, сюрпризик! Сюрпризик, сюрпризик. Хороший сюрпризик. Я только убеждаюсь, что этот способ, о котором я хотел сказать, будет вполне оправдан. Ну, то есть, просто бежать, игнорировать мобов, хватать все, что плохо лежит, и смотреть по сторонам, отыскивая таким образом различные интересные вещи. Типа клады и все такое. Почему у меня души? На мне было кольцо жертвенности одето, что ли, все это время? Я его потерял, да? Какая красота. Клад. Ржавая золотая монета. Что-нибудь еще здесь? Ну, то есть игнорировать всех и вся. Большой осколок. Темно как где? Но этих ребят все-таки хочу быстренько снести. Потому что хочу заглянуть вот за этот закоулок и посмотреть, что здесь может быть. Возможно, клад. Да нет, не будет никакого клада. Ух ты, блин. Ух ты, блин. Хорошо. Вот не таким образом будем действовать на локации, то есть не будем резать всех мобов, терять на этом массу времени, проходить поступенчато. Я просто сейчас побегу. Пробовал это делать что-то на болотах, как ты, зритель, наверное, помнишь. Здесь все равно ничего нету. Но не очень успешно. Все равно отвлекся я на сражение, но сейчас все-таки попробуем. Просто бежим. Таким образом, очень быстро перемещаемся, а какие-то вещи, которые не сможем сделать за время этих быстрых пробежек, наверстаем потом. А здесь же нет никакого прохода. Просто возможность шандарахнуться вниз, да и все. А вон как бы тоже спуск, что ли? Ого! Какая стена. Ну хорошо. Будем бегать, умирать и снова бегать. И костер сразу же. Подземелье и ретило.
Но дверь наверняка, да, это шоткат, который открывается позже. У меня есть 4000 душ, поэтому я предварительно все-таки сгоняю в храм огня. Потрачу их на тот шлемец, который меня заинтересовал. Хочу его купить. И далее будем уже бегать налегке, без душ, абсолютно не переживая за то, что мы можем потерять. Кстати, не появился наш друг крыс? Нет, не вернулся. Да, я хочу шлем, пожалуйста. Он 7000 душ стоит. Доспех элитного рыцаря. Но это же как бы доспех нашей Арни. Ладно, раз уж начинаем коллекционировать всякие шляпы, забираем этот доспех и все, бежим. Я обещал много беготни без траты времени на всякие пустяки, следовательно, будем следовать моим обещаниям. Для такого бега нужно максимально облегчить персонажа, хотя он у меня сейчас, в принципе, не сильно-то и нагружен. Выкидываем щит, выкидываем вот эту саблю. Да и все, 37. Вполне себе неплохо. И раз мы бегаем, то мне не нужны кольца на урон. Беру кольца на стамину. И беру кольца на увеличение. А, что там было? Скрывает при перекатах. Увеличивает неуязвимость при перекатах. Да. Я же хотел посмотреть одно кольцо. Вот это. Да, анимация походки стала женской. Класс. При этом сам персонаж не изменился. То есть это не смена пола, как это было во втором дарке. Хорошо. Шляпа моя с широкими полами может мне мешать при этом забеге. Ну, то есть, может закрывать обзор, соответственно. И побежали. По-моему, какой-то клад я не забрал. Ну да ладно. Бежим дальше, продолжаем исследование. А у парня какая-то горящая штуковина в руках. Есть клад. Ой-ой-ой. Проход. Еще парень с какой-то горящей штуковиной. По-моему, это женщина была. Ну ладно. Все равно все будут парнями. Так, я уже немного не ориентируюсь, куда я прибежал. С какой стороны я вышел. О, какие жуткие крики вокруг. Еще одна девица. Кошмарное место. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зажали. Ой, прижигают. Сатюги. Интересно. Попробую посмотреть первую из них полупсачить. Благо, что она тут прям совсем рядом была. Вроде бы. А вот я еще проход направо не заметил. Тюремная камера. Осторожно, страх. Ах, сохраняй спокойствие. И правда жутко. Он живой был, этот узник? Я даже не понял, чего я там подхватил. Еще камеры. Заперто.
Но, значит, нужен какой-то ключ будет найти. Ну и, скорее всего, я так подозреваю, что раз мы здесь где-то в тюремных камерах, и все такое запертое. Да. Несложные противники. Убивать их будет достаточно легко. И я здесь же вниз сразу сиганул, по-моему, да? А здесь... А, вот здесь они меня и зажали. Прямо около выхода. То есть я сюда как-то вернулся. Кругами, по-моему, бегаю. С этой стороны не открыть. Здесь же я был? Или не был? Нет, не был. Большой осколок. А, все, прижгла. Ну, и хорошо. Успели осколок забрать. А, главное сориентироваться. Куда здесь бежать? И, очевидно, нужно ключ. Скорее всего, ключ. Ну, либо он где-то будет лежать, либо он будет как-то вот падать с одной из этих штуковин. Кого они тут в тюрьме держат? Открыть? А, ну конечно. А вот эта тварь очень даже выпускается. Здесь ничего. Еще клад. Сет! Лечимся и бежим дальше. Пусть они там сами разбираются. А они за мной топают. Ну, конечно. Клетки с тварями очень даже открываются. А клетки с ключами, в смысле, с кладами, фиг там. Хорошо. Надо бежать быстрее. Здесь я был. Мне, по-моему, как-то вот на ту сторону надо поверху попасть. Как бы это сделать? Я снизу пришел. Только эту гражданку мы как-нибудь так, чтобы не мешалось. Потеря крови. И вот эту, наверное, тоже. Кинем вниз. А, тут же я, по-моему, просто вернулся обратно к костру. Так? Нулевой прогресс. Но на меня вешаются из разбитых. Из разбитых кувшинов насекомые или кто они там, которые кровь пускают. Заперто. Окей, понятно. Нужно попасть как-то на ту сторону, наверное. Или теперь вниз. Дверь. С этой стороны не открыть. Да, нужно спуститься здесь вниз. Пробежать на ту сторону. А здесь вниз прохода нет. А как туда? А почему у меня жизни так мало стало? Это какой-то местный вид проклятия сработал? Да. То есть как-то они ограничивают? Ха-ха. Класс. Это мне нравится. И мне нужно... А по низу там нет прохода же. Мне нужно вниз на ту сторону. Очевидно.
Жизни-то почти не осталось. Кто знает, что происходит? Кто мне расскажет, что тут делать? Нет, все-таки нужно бежать наверх. Делать это вот здесь. Ну-ка. Ах, напрасно я это сделал. И эту гражданочку. А между тем, Эстоса у меня практически не осталось. А мне нужно на ту сторону вниз. Там прохода нет. Ага, и вот этот газ, который делает то самое, для меня неприятное. И они этот газ пускают, очевидно. Да. Или нет? Откуда-то вот здесь он появляется. Спуск вниз есть. То есть здесь нужно было пробежать. А, пойти налево. Закрыто. Я без ХП. И пока не понимаю, как можно продвинуться дальше вниз. Пробуем неторопливо рассмотреть. Там ящерица. В камере есть дыра. А я это не углядел сразу. Бледная смола. И да, судя по всему, проход где-то здесь. Но... также, судя по всему, я сейчас помру. Ты кто? Ха, это друг. Может помочь атаковать. Вот эта штуковина. Ничего себе, друг! А что произошло? Я путаю, или у меня восстановились максимум ХП? И мы открыли проход. Великолепно. Открываем эту дверь. Теперь-то уж добежим, безо всяких сомнений, в любой момент. Ключ беглого преступника. Класс.
Но я же могу... Нет, не так. Я же могу полечиться колокольчиком. А может, это позволит мне чуть больше всего увидеть? Ну, потому что на текущий момент я даже вот прыгнуть сюда, мягко говоря, побаиваюсь, так как просто могу умереть. Хотя, ну, вроде бы и бояться нечего. Смогу же всегда теперь сюда прибежать. Дверь открыта. Самое главное сделано. Ого! Еще одна гражданочка. Хорошо. Здесь подсправились. Но уже и маны нет. Зато есть клад. И еще одна штуковина. А теперь они меня атаковать решили? Да, что-то происходит. Мне кажется, что скорее всего оно снимает это проклятие. Какое-то накладывают данные гражданки. Осторожно, друг, но враг. Ёлки-палки. Ты меня напугала. Зачем? Зачем я трачу ману, если у меня все равно потолок жизни сейчас вот совсем унылый? Подождите, а я же ключ нашел. Что значит с этой стороны не открыть? Великолепно. И что у нас еще здесь может быть? Еще один. И что-то светится. А вот этот как пить дать нападет? Тишина! Эй, ребята, да вы чё? Прекращайте. А, пожалуйста. Где это мы? Косточка возвращения. Тут то, что, в общем-то, и нужно. Но мне интересно заглянуть туда, в тюрьму. К этим парням. Мне почему-то кажется, что не все еще я здесь сделал. Ну да, с той же стороны большое количество дверей, которых я так и не смог открыть. А впереди несколько сообщений сразу. Осторожно вправо. Эй, что это было? Швыряется. Ну, а, пожалуй, здесь остается только использовать косточку возвращения, что я и сделаю сейчас. И сразу в костер храм. Отлично. Пробежка дала свой результат, хотя все равно сорвался я на убивание этих мобов. Очень сильно просел FPS. Это как-то очень неприятно. Но, ладно. Шлем.
Посмотрим его. А, наверняка тяжелый. А, не такой уж тяжелый. Пойдет. Бежим. Возвращаемся в подземелье и теперь просто быстро исследуем все двери, которые были заперты. И мне такое ощущение, что вот я, наверное, очень-очень чуть-чуть не дошел до... Закрыто. Да ладно. А как же мой ключ? Ну, хоть здесь он сработал. Значит, еще какие-то ключи нужны. Ага, хорошо, понятно. Нужен второй ключ. Пока бежим к той двери. А вот же проход куда-то. А, то самое место. Угу. Хорошо. А это не дверь, это же окно. Окно с возможностью прыгнуть в то самое место, где мы были убиты. Точнее, откуда мы сбежали косточкой, чтобы не быть убитыми. Кольцо с яростным драконом. Великолепно. Черт возьми, они меня заметили и швыряются. Ладно. А если я швырну? О, попал! Класс. И всего-то делов. Хорошо. Никаких кладов здесь. Проверяем мою версию о том, что здесь может быть срез. А-а-а, мимик! Черт возьми! Я нечаянно, по-моему, дизлайкнул этого парня. Ну, ладно. Зачем я с ним связывался стал? Мана кончилась. И все. Доел. Класс. Да хватит уже выплевывай. Очень огнеупорные мимики. И очень глупый я. Со мной мои друзья. И песенка моя. Привет, пока. А вот вниз же надо было спуститься наверняка сейчас. И побегать там посмотреть. Ну, ладно. С мимиком расквитаться тоже интересно.
может, бог с ним, с мимиком. Да что ж такое? А, ну, вот так. Давай. Осколок Эстуса, да. Здесь следовало постараться, безусловно. Еще один Эстус на манну будет. Впереди нечто потрясающее. Согласен. И это мы где? Дверь? Но прыгать туда, ну, как-то не сильно хочется сейчас. Там кто-то живой, скованный цепью. Эй! Может, надо было прыгнуть? Не все еще? Понятно, все с вами. А теперь арбалетчики. И последний. С дубиной. Точнее, с молотом. Есть дроп. Навозные пироги. Да что ж вы... Не кончитесь никак, ребята. Уже манны нету. Манну нужно поберечь. Душа усталого бойца. Впереди короткий путь. Но и там был... Путь не шибко длинный, судя по всему. Куда, черт возьми, бежать? И лестница. Лестница куда? Ух ты, елки! Это ж к нему мы могли спрыгнуть, да? Ящерица убежала. А, пленный великан. Только не говорите, что его убивать придется. Какая жуть. Окей. Покуда возвращаемся обратно. Где тут лестница? Бить пленного великана, ну, совсем не улыбается. Впереди короткий путь, говорили, здесь. Пробуем. А. Ну. Ну, здесь мы получаем возможность пройти дальше, немного в обход. Кирка. Крысы. Только вас мне и не хватало, ребята. Что у нас тут? Еще одна лестница. Крайне запутанное местечко. А, ну здесь мы зашли к великану с другой стороны. Да, и наверняка мы именно здесь бы выпали, если бы сиганули тут через ту другую дырку. По-моему, вот эту цепь мы как раз сверху и видели. Хорошо, понятно.
Ну, следовательно, в следующий раз именно здесь и нужно будет прыгнуть. А вот интересно, а если прыгнуть на великана сверху, ему на руку таким образом, не пробудится ли он от этого? Много крыс. И откуда они вылезли? Ой. Навозный пирог. И еще одна дверь. Да ладно. Еще целая армия палачей. Ну и судя по всему, мне все-таки нужно идти туда. Ну то есть, если я ищу учителя, то есть узника, запертого здесь, то очевидно мне придется... прорываться к камерам. А камеры, они вот здесь. Впереди короткий путь. Превосходно. Давайте. Ой-ой-ой. Что здесь такое? Камень драконьего туловища. То есть это дракон сел здесь и сидел, пока не помер. Хм. Крайне интересно. Лифт. Ну и, наверное, возвращение к костру, судя по всему. Громовой клинок. А вниз? А там яма. Рычаг. Рычаг, вот он. Отлично. Успели заметить клад и его перехватить. Если я прав, и мы возвращаемся к костру, то Эстус можно не сильно-то и экономить. А где камень драконьего туловища? Интересно его посмотреть. Почему-то не могу его использовать. Почему? Чуть не свалился. Душа солдата и... Ага. Еще один способ вернуться к нашим тюремщикам. И ящерица. Это новое, неоткрытое ранее место. Да ладно тебе. Титанитовая чешуя. Что-то не подсказывает, что сюда и надо идти. И проверять именно это место следующим заходом. Но мне непонятно, что там произошло с... Я надеялся, что вот эта дверь будет. Может быть, надо просто снять всю одежду? Что, и шлем? Да, ну-ка. Ух ты, блин! Вот это да? Натурально дракон. С хвостом. И, судя по всему, мы резисты получили дополнительные. И не могу менять снаряжение. Класс. Ха. Отлично, мне это нравится. Но сейчас надо бежать забирать души. Привет, я дракон. И где души мои? В какой стороне? Ну вот, началось опять со всякими этими гадостями. На той стороне, перепутал. И не могу по-прежнему дверь открыть. Да ладно, ребята.
хорош уже сгаляться, а здесь заперто. Драконов здесь явно не уважают и не любят. А снова заразила меня этим своим проклятием. И если я прав, то убивание вот этого парня меня исцелит. Да, похоже, что я был все-таки прав. И вот этого за компанию. А, ну здесь же я уже был. Стоп. Вниз, вон туда спуск. И значит, где-то там все-таки мне придется искать своего узника, своего учителя. И делать это без Эстуса, так что ли? Тот самый короткий путь, который нам обещали. Едем обратно. Стоп, а где-то же был более короткий проход. Мимо мимика, конечно. Ну, или здесь. Будем надеяться, что Эстуса хватит, если я сейчас не стану сражаться. Впереди короткий путь, да. А они же вот не были так близко. А ХП буквально на один чих. А, но маны пока хватает. Как оно угрожающе. Своим клеймом помахивает. И еще одна впереди. Маска аристократа. Великолепно. Пополнение в коллекцию шляп. Что у нас здесь? Отвлекся на полоску своих восстанавливаемых ХП и не смог разглядеть, что я там такое подобрал. Тут же крысы. Черт возьми, я туда не пойду. Осматриваем камеры. Здесь эти непонятные существа, но там проход. Целую большую новую зону. Что говорит сообщение? Осторожно, сундук. Это намек на то, что еще один мимик рядом. Уголь. Великолепно. Кстати, углем же можно подхилиться. Впереди отсутствует клад. Какой огнеупорный. Ну-ка, чё тут заклад отсутствует? Да. А может быть, надо было просто его выпускать, чтобы он
нападал вот на них. Нет уж, девушка, я не позволю вам вашей порчи на меня наводить. Еще одна модная шапка. Впереди друг. Ладно, неужели нашли? И заперто? Ну точно, сидит кто-то в широкополой шляпе. А как туда проникнуть? Мой ключ не помогает, значит, нужно новый ключ найти. И, похоже, единственное, что я могу сделать, это... Нет, погодите, а здесь нет ли секретного прохода к другу? И здесь. Я не вижу, чтобы была возможность как-то сверху спрыгнуть. Да, абсолютно точно. Здесь нужно открыть дверь ключом, но чтобы это сделать, нужно сначала этот ключ отыскать. И для этого мне потребуется все-таки отправиться туда или сюда. Мимик! Нет, сейчас с мимиком связываться мне нет никакого желания. Хотя, может быть, и надо. Может быть, в нем и пепел старого ученого. Сохраняй спокойствие. Ладно. Кольцо корона зари. Еще один недоумерший узник. Мимик, может ли быть так, что мимик дропнет ключ? И стоит ли на мимика тратить последнюю свою манну? Ой! Вот это хлопнул, так хлопнул. Ну что ж, знаем, куда идти. А, значит, нужно туда и отправляться. Понять бы только, какой путь будет более коротким. Эх, по-моему, не сюда. И не сходил Эстус, не улучшил. Мазила. Навозный пирог. Да, значит, нам нужно разобраться с тем мимиком. Ёлки-палки, что я натворил? Ну, обломок титанита получил. Я разбудил великана. Ага. Прихлопнул ящерку, что называется. Спал он, спал, никого не трогал.
Сколько ж душ я просохатил там в итоге. Вот теперь интересно, если я спрыгну, великан по-прежнему спит? Или он теперь меня запомнил и будет мстить? Нет, он спит. А вот и вниз же можно попробовать сходить. Прямо отсюда. И клады вокруг пособирать. Но в другой раз. Охо-хо. А вот клад же не забрал, туда не сходил. И, по-моему, это была большая ошибка. Потому что вот, наверное, здесь-то очередной срезик-то и будет. Это кто? Еще одна крыса. Судя по звуку, рядом Василиск. Да и не один. Это что, все мимики? Осторожно, ловушка. Вот это мимик, а вот это нет. Ключ от старой камеры. Превосходно! Да, это была ловушка. Ёлки-палки! Но теперь мне и смерть будет не страшна. Заклад. Маховая ягода. На. Великолепно. И я так рад, что теперь могу, наверное, даже и на мимика польститься вот на этого. Поехали. Ёлки-палки, что ж опять? Это карликовый мимик. Кольцо власти над тьмой. Превосходно. Можем попробовать сейчас добежать до узницы или узника. Мне почему-то кажется, что это однозначно узница, потому что она использует шляпу, которую ведьмы носили в первом Дарке. И это однозначно одна из ведьм. Ну и кто еще может учить пиромантии, да? Женской магии из Изолита, как говорил наш товарищ, учитель. На ту сторону. Они за мной пробираются. Да ёлки-палки. Я не могу бежать. Я не могу ролить. Я не могу делать ничего. Почему я их не попытался убить, этих крыс? Они же легко убиваются. И интересно, почему я не мог? Что со мной случилось? Какую-то гадость накладывает на меня эти крысы, что я не могу ролить. Великолепно.
Хорошо. Теперь просто пробуем проскочить, сэкономив максимум эстуса. Уже прекрасно зная путь. Шляпку? Нет? Хорошо. И далее через великана. А вот здесь можно было бы, наверное, и угольком подлечиться. Для того, чтобы... сэкономить эстус и увеличить количество жизни таким образом. Буфер создать для такого пробега, потому что, ну, не очень-то хочу, если... месть крысам. Не очень-то хочу, если честно, связываться с этим... с этими товарищами там, в масках. Но ведь придется. Они же меня так просто не пропустят с пленницей поговорить. Ладно, по-быстрому убиваем. Без церемоний. Прижигает. ХП-то нету вообще практически. А если уголек, то мне кто-нибудь не возьмет сейчас и вторгнется. То-то будет красота. И мой уголек был потрачен, судя по всему. Да, нужно не попадать под этот их газ выделяемый. А парня можно полечиться же. Или просто умереть. И вот клад интересный. Но хорошо. Клады потом. Мимики потом. В первую очередь. Не здесь. А, ну да. Не здесь. Там. Он меня не заметил. Здесь? Что? Опять заперто? Этот ключ тоже? Черт возьми. А что делать? А... хорошо. Только ничего хорошего.
Великолепно. Найденный мной второй ключ не открывает ту решетку. А где искать тот ключ, который открывает ту решетку? Ну что ж, пока у меня все получается не самым лучшим образом. Поэтому попробуем немного изменить тактику. Ну, во-первых, прах ложа хаоса пока что кажется не очень-то и полезным. Что мы возьмем на смену ему? Может быть, лечение? Нет. И я хочу попробовать взять вот эту штуку для того, чтобы сигануть там около великана вниз. И там был какой-то проход. Пробуем таким образом. Нет, я обратно ухожу. Еще один забег. Надо исследовать все окрестности вокруг той камеры, где сидит узник. Приветики. И я хотел давно попробовать под пиромантию. Сможет ли он защитить от воздействия этого непонятного эффекта? Уж не знаю, это он сработал или нет, но мы исцелены. А я опять не сходил, не использовал флягу с Эстусом. Хорошо. Здесь пока все прошло достаточно неплохо. Уходим обратно через великана. И здесь что делаем? Прыгаем или не прыгаем? По-моему, можно попробовать сигануть вниз. Но там крыс огромное количество, а если их бить, то ненароком можно зацепить и великана. Вот, по-моему, сюда как-то будет спрыгнуть безопаснее. Там же мы пройдем потом. Или нет? Я не вижу. Да, по-моему, будет выход. И вон куда-то проход есть. Ну так и сделаем. И пошли. Бесшумное падение. Смотрим, где мы окажемся. Лестница и сундук. Мимик. Или монстр. Просто какое-то засилье мимиков. Ладно. Пробуем с ним разобраться. Нет, нет, нет. Чистая победа. Давай свой дропчик. Дропчик давай. Громовая стрела драконоборца. Лезем наверх. Какой забавный хвостик у этого дракона. А лестница высокая. И морда забавная. А где мы оказались-то в итоге? Над великаном. И проход куда-то. Да ладно. Да ладно.
клад упустил и всего лишь вернулись обратно. Так получается. Навозный пирог. Хорошо, пробуем еще раз. И за кладом. Огромное количество проходов во все стороны. А вот еще решетка. Как туда попасть? Мне почему-то кажется, что я здесь, вероятно, и время-то попросту теряю. Впереди лжец. Огромное количество крыс. Не хочу пока с крысами связываться. Боюсь зацепить великана, проагрить его. Попробуем еще раз там прыжочек через... Как высоко теперь карабкаться? С карнизика на карниз деревянный, чтобы забрать клад. Сейчас, как всегда, ну да, великолепно. Как всегда, не смогу прыгнуть. Не знаю почему, но здесь у меня иногда прыжки не выходят. Возможно, просто пора менять геймпад. И клавиша залипает. Серия просто обещает быть бесконечной. Ну, не исключено, что я снова разобью ее на две части, если так получится. И будет все это очень долго заливаться. Делаю паузу, чтобы ответить на телефонный звонок. Пауза завершена. Как я уже устал вот с этими ребятами сражаться здесь. Но пока более удобный короткий путь не найден. И вот надо было арбалетчика в первую очередь бить. Трачу эстус. Пока более короткий путь не найден, наверное, придется все-таки повторять этот забег раз за разом. Идея с падением вниз отсюда уже сработала. Может быть, прорваться вот туда, в тот проход? Но хочется все-таки. Вот, могу же прыгнуть. А вот там, может быть, надо было как-то спуститься, попробовать к этим окошкам пробраться. Тоже может дать какой-то результат продвижения. Ну хорошо, для начала смотрим клад, дальше прыгаем вниз, уходим в эту дверку мимо крыс, под ногами у великана, и после этого уже будем смотреть, что еще можно сделать. В перспективе я все-таки думаю, надо будет возвращаться к той камере и оттуда пытаться прорваться, найти там что-то еще, какие-то проходы. Всего лишь громовой болт. А вот здесь. Это проход к этим ребятам. Обратно. Но вот здесь можно прыгнуть вниз. Снова. И проход какой-то. Или здесь я уже бегал. Да, здесь я бегал. Это спуск оттуда. Хорошо.
Занимаем позицию и обороняемся от наступающих крыс. Так, чтобы не проагрить великана. Клады. Еще крыска. Нет. Только за пятку его не кусни. Не вздумай. Еще осколок титанита. А вот решетка. Может быть, ее можно попробовать открыть. Еще осколок титанита. Не-не-не-не-не. Великана не агрим. Огромное количество крыс. А только не говорите, что они здесь бесконечные будут. Он меня заметил. Черт возьми. Все, хватит собирать клады. Уходим сюда. Лифт. Превосходно. Прощай, крыса. Куда мы приедем сейчас? А я не могу пока понять, с какой стороны этот лифт находится. Да ладно. Сбылась мечта идиота. Открыта дверь к костру. Хм. Ладно, пробуем обратно вниз и посмотреть, куда еще мы можем выходить через это место. А была какая-то платформа. Никаких кладов? И просто бесконечная дыра, судя по всему. Здесь же ничего. Вон та решетка мне все-таки, ну, крайне интересна. Но, по-моему, я на нее забраться все равно не смогу. Я не успел разглядеть, что я такого поднабрал там. Так что будем с этим разбираться тоже позже. Пока возвращаемся наверх. И я снова хочу сходить к той части, где был... клад, где был узник, попытаться оттуда как-то вырваться. И, по-моему, я начинаю уже просто, ну, очень сильно здесь путаться. Но нам как-то вот сюда и сразу вот сюда. Да, все правильно. А теперь... мимо этих крыс. Да что ж такое? Телефон просто сегодня покоя не дает. А вот мне кажется, или крыс стало как-то значительно больше здесь? Так, смотрим что-нибудь. Может быть, здесь я мог упустить. Так быстро пришлось отсюда убегать. Нет. Здесь ничего не упустил, а забыл совсем про Василисков.
Отличный трай. Ну что ж, попробуем еще один забег. Если не получится, то на этом, наверное, серию придется заканчивать. Так или... Нет, пойду более привычным мне путем. Хоть и более опасным, но, по-моему, более коротким. И я бегу снова к... кузнику, к той большой камере. И оттуда попробую посмотреть, что еще можно сделать. Как-то других вариантов у меня уже просто не видится. А вот эти парни, они как и ребята в поселении нежити, если в них рольнуться, теряют равновесие, этим можно пользоваться очень неплохо. Великану. И мимо крыс. Но теперь уже не будем увлекаться походами к Василискаме. К Василискам, где так все неудачно у меня прошло сейчас. Давайте, крыски. Ах, стамины, стамина. Еще одна попытка. Будем надеяться, она станет не такой неудачной. И вот эти крысы. Хорошо. Теперь две крысы-великаны. Есть, хотя FPS и очень неудачно запрыгал. И что? Мы выходим сюда. Трачу уголек. И я не хочу сейчас... Да, отсюда мы выходили. Не хочу сейчас связываться с этими ребятами. Просто попробую их сейчас пробежать. Да, и вот туда. Туда я еще не ходил. Что там будет? Проход в какое-то новое место? Они за мной не идут, я надеюсь. Да, возвращается обратно. Отлично, стоим, ждем, пока пройдет действие этого непонятного проклятия. Что здесь пишут? Впереди враг. Осторожно, чудовище. Штука там. Спасибо. Для начала клад. Большая душа усталого бойца. Ну хорошо, чудовище. Вон оно сидит. Оскверненная столица. Стоп, но это же новая локация уже. Горгулька! Наш старый добрый друг. Урона от огня? Ну, прямо-таки никакого. А меч? Огненный лучше гораздо. Вот это урон. Крылом закрывается. Это было страшно. И никакого ценного дропчика.
Оскверненная столица. Что-то мне подсказывает, что мы ушли от нужного нам места в сторону. Костер. Там. А как к нему пробраться? Можно, черт возьми, отсюда. Здесь лестница. А, и вон лестница наверх. Превосходно. Доклада не дотягиваюсь. Карабкаемся. Хотя, ну, не исключено, что все-таки это связанные локации, и узник-то вот он же вот здесь совсем в двух шагах буквально. Распластаться и горящий осколок кости. А кто это? Это же наш приятель, торговец лестницами. Что с ним сделали здесь? Впереди торговец, видение, лестница. Да, абсолютно правильно сказано. Зажигаем костер. И уже от этого костра продолжим поиски ключа от тюремной камеры. Я говорил, что после этой серии я хотел бы уже сделать паузу и позволить тебе, зритель, догнать меня, а самому немножко притормозить и отдохнуть в ПВП. Но мы нашли своего учителя, а он же научит не чему-то там, а пиромантии. Не допрыгнул. Следовательно, имеет смысл попробовать как можно быстрее его освободить, ну, чтобы уже вот на момент той самой паузы я, соответственно, эту пиромантию мог использовать. А ты, зритель, мог это все потом посмотреть. Прежде чем закрывать серию, хочется, конечно же, клад перехватить. Эй! Не допрыгнул. Ну, этот клад я подхвачу уже за кадром. А тебе же, зритель, спасибо за внимание, за твое долготерпение. И до скорых встреч. Пока.